ресторан «Ла Кафе де Бьюти». С вами я, Татьяна Скалманна, Мактум Сайфудин. Может, сюда поставить? Будет больше, более так там. Вот сейчас. Так, наверное, более, да? Красиво. В общем, кушаем. Макарошки. Кушаем макарошки с красной фасолью. Смотрите мои там видео, сейчас читаю книжку, отрывки из книжки моей библиотеки про Сен-Жермена. Очень такие классные там отрывки прочитала из книжки. Сейчас это полчасовое видео, представляете? Не заснялось у меня. Моя видеокамера не заснялась. Поэтому сейчас я заснимаю по 8 минут. Когда 8 минут на моем компьютере вижу уже съемка, нажимаю. Все. Потому что заснимала вообще такой интересный материал про Сен-Жермена. Книжку читала, рассуждала. Там эссе и Баба, и в общем это Сен-Жермен, и трансформация, и материализация, и вообще всякое такое. Про материализацию вещей. Про Шаолинь рассказывала. А что должна снова это, да, вот это вот? Основа, как я сказала, я так уже повторить не могу. У меня же экспромт. Я читаю книжку Сен-Жермена, там, в общем, там рассказывала что-то такое. Сопоставляла. А, как раз и не заснялось про любовь-то. Я читала с книжкой Сен-Жермена про любовь. А это оно не заснялось, представляете? На самом интересном месте не заснялось. Ну ладно, я там еще прочитаю. Надо еще посмотреть, что там. А, это начало. То, что заснулось, это начало было книжки. Введение такое. Написано «Кэрри Элизабет Профит». Погода шикарная в Петербурге, хотя, в принципе, такое чувство было, что какой-то ветер был сильный. Вот открыла прям настежь балконную дверь, это нормально.
Даже оделась так тогда, в плащик. Хотела я еще накраситься. Душ приняла, но еще не накрасилась. Думаю, сейчас волосы высохнут. А потом думаю, пока я буду волосы сушить, пока я буду краситься, уже время-то идет. Это я пока встала, пока вот это. Сейчас уже время там. 19 часов 28 минут. Уже время. Вечер. Так что вот. Ах, этот мужчина. Ох, я мужчина вас обозреваю. Прям, знаете, с трона. Мужчина. Инкасса подъехала. Любимая, так скажем. Какая ваша любимая машина инкассаторская? Вот она, подъехала инкассаторская машина. Обратите внимание. Так что вот, Татьяна Салмановна Мактум Сайфутин. Ах, как мне вас хорошо прямо из комнаты, знаете, прямо вот, прям, знаете, то есть подвинула трон. Прям можно вот так вот сидеть и наблюдать инкассаторскую машину. Да. Что-то я раньше не замечала, что инкассаторская машина подъезжает сюда вообще вот это вот. В общем, макарошки нужно кушать, пока они альдента-альдента. Уже немножко, знаете, тут немножко уже как бы вот это вот. Макарошки вкусные, как бы, знаете, их альдента. Немножко как бы недоваренный, знаете, вот это вот. В самую пору. Видео это пошло больше. Сейчас за 9 минут. Ну ладно, будет более такое видео. Потому что тоже, знаете, это, по 8 минут заснимать, это, знаете, вот это как-то нужно, как говорится, только и наблюдай там, когда там эти 8 минут будут. Только начнешь что-нибудь такое этот читать, рассуждать, и только и думаю, что нужно вот это вот. То есть на самом деле я тоже как бы не очень. Вот всякие-то отрывки, хотя если буду сейчас книгу читать там, несколько страниц и выключу видеокамеру.
вообще сейчас порассуждаем про этот этикет. Я там загрузила такое видео, несколько видео на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфуддин через дефис, этикет. Как там эта женщина говорит? Такая у нее прям такая квартира, знаете, как Париж, как в Париже, знаете, вот это вот. А может это в Париже есть, я не знаю. Такой Париж. Как она говорит, чтобы не все слишком сверкало, что-то должно быть зашарпанным. Как точно она сказала, сейчас надо будет воспроизвести эту фразу. Так что вот, у меня тут такая квартира, Париж. А, кстати, пыль надо будет там протереть. Ну да, еще не всю пыль протерла, вот уборку делаю, еще не всю пыль протерла. Татьяна Салмановна, вот там вот пыль на кровати. Блин. Мужчина, а что мы ждем? Мужчина не уезжает. Ну, поехали они, поехали. У меня немножко ванна, знаете, вот эта такая квартира, Париж, немножко зашарпана ванна. Ну, туалет немножко такой зашарпанный. Она и говорит, это по этикету. Должно быть такое все вот это, что немножко все, что такое должно быть такое небрежно зашарпанное. И в другом интервью, как она сказала, этикет нужно знать для того, чтобы его нарушать. Или как его нарушать, как-то так фраза звучала. Ой, вообще такое там, такие гениальные говорила вещи на том видео. Как жалко, что оно не заснялось. Ну ладно, здесь я покушала, здесь я нажимаю.